Про якорь. Итак, вот он. Якорь я выбрал кошку складную на 4 килограмма. Используя вот 10-миллиметровую скобу, серьгу, которую я закрутил и палец зафиксировал хомутом пластиковым. Прикрепил к якорю цепь. Ну, здесь у меня еще дополнительно стоит карабин, подстраховка, зацепленный к следующему звену цепи. Так, дальше у меня 4 метра цепочки, которая дополнительно утяжелит якорь, придавит его к грунту под водой. Дальше к цепочке принайтовил 10-миллиметровый трос якорный. Вот он, завязанный рыбацким узлом. И хвостик, опять же таки, на хомуты к коренному концу предела. Дальше это примерно у нас 25 метров веревки. И на конце веревки у нас вот такой карабин. Тоже. Карабин, по-моему, 7 миллиметров толщиной на 70 миллиметров высотой. Этот карабин я планирую пристегивать скобе, которая у меня находится в носу на катамаране. Я вам ее чуть позже покажу. Также к якорю еще я сделал вот такой тумбуй. Это бутылочка просто из-под молока. Вот с такой удобной ручечкой, куда можно подвязать шнурок. И на другом конце также карабин. Этот карабин будет цепляться к якорю. Вот здесь, в этом месте. И тумбуй будет отмечать положение моего якоря, во-первых. Во-вторых, если что, если якорь зацепится вдруг сильно, что нельзя будет его поднять путем того, что мы его сдернем за линь, который будет привязан к тумбую, сможем его вытащить. А вот этот вот конец якоря сейчас я покажу. Я планирую цеплять к скобе, которая у меня приделана на носу судна. Вот здесь. Вот здесь место для крепления поворотного бушприта. Ну, я его пока не использую, поскольку у меня нет генакера. Я подцепил сюда скобу. Я за нее иногда швартуюсь, продеваю в нее концы. Ну вот за эту скобу буду цеплять якорь, и веревка будет идти через нос вот туда в воду.